Всем привет, привет! Вы на канале Цвета Фантазии, с вами я, Диана. И сегодня по вашей просьбе покажу вам картины, которые находятся здесь на выставке. Ну и, естественно, мои. Сейчас я не знаю, вы меня видите или нет, потому что я перевернула камеру, и я буду говорить погромче, чтобы вы меня слышали. Вот, сейчас я поверну и буду показывать. Так, ну вот первая картина. Это у нас рисовал Аббас. Это и Аббас, тут нету фамилии, я все время забываю, у них сложные фамилии, Аль-Васари, я напишу потом. В общем, он знаменитый из Бахрейна, вот это его картина. Сейчас я вам покажу вторую сторону, вот видите, он тут большой холст, значит, у него еще есть вторая сторона, вот. Вот такая вот картина, видите, как интересно. Вот, у арабов не рисуют лица, видите, и у него тоже нету лиц. Смотрите, я раньше не знала, а потом думаю, почему все рисуют без лица? Оказывается, нельзя рисовать лица у них. Ну, как бы человек не должен показывать лица, поэтому они делают вот так. Вот такая большая картина. Вот, она как бы на одну стену, вот у него там подпись есть, здесь ее нету, потому что, ну, это вот две прям вешается, получается большая. Здесь у нас... значит, Бушес, сейчас посмотрим, Бушес, что ли, артист там, так, Бушнес, так, Ашраф Джавахери, араб, написано, Ашраф Джавахери, вот такая картина тоже у него, видите, тоже без лиц, тоже она двойная, как бы, получается. Сейчас я покажу вам вторую сторону. Вот когда на ту сторону пройду, и покажу сейчас вторую сторону вам. Дальше. Это у нас вот хозяйка, которая сделала выставку. Это ее картины. Вот такие маленькие. По-моему, 40 на 40 они. Вот. Стоят они $300. Здесь вот у нее висят. Здесь у нас вот такая большая картина есть. Ее рисовала... тоже она не арабка, но одета в арабском, в арабской одежде, и зовут ее, по-моему, у нее есть канал YouTube, я вот не помню, сейчас надо посмотреть, как он называется, и это запишу, напишу, она вот сейчас подписана на меня, вот, и по-моему Алиса, по-моему, что ли, в общем, не помню, но я, у меня сейчас нервоз, поэтому я не помню уже вообще ничего. Но я вам показываю. Вот так красиво рисует она. Шикарные работы. Просто бомбические. Мне нравится. Сейчас я перейду на ту сторону и покажу вам вот, вот эту вот лицо. Вот это вот картина лица. Картина лица. С той стороны лица, а вот с этой стороны у него, видите, как будто бы задняя, вот как бы сзади, да, человек сзади, это вот белые их накидки получаются, и вот человек, люди сзади, арабы. Вот. Это еще картина, вот эта, которая, значит, сделала выставку нам всем. 40 на 40 у нее. Каусар Икбал. Икбал. Дальше. Это вот тоже картина этой Алиса, по-моему, что ли. Ну, не могу вспомнить сейчас, в общем. Видите, вот такая. 120 динар стоит она. Это у нас Бахрейн она нарисовала за 150. Вот сегодня уже продаются эти картины. Вчера как бы еще только открытие было, а сегодня уже продают. Видите, тоже интересная работа. Такая. 150 динар она стоит. 150 динар. Ну, интересная работа. И вот эта вот картина мне очень тоже интересно понравилась. Она так абстрактно он сделал. Как бы эта сторона у нас загрязнение, да, как бы заводы там и все такое. Вот он как сделал. Смотрите, интересно. Вот. Это грязная сторона. И лицо тут, видите, темное, прям как бы напополам.
А здесь уже вот как бы незагрязненная страна. Это Бахрейн у него, да? Наверное, Бахрейн. Здесь как бы чистота, а там у нас загрязнение идет. Потом вот это тоже его картина. Это море. Интересно, он тоже ее сделал. Он тоже волны. И вот такая его картина. Вот волны тоже очень интересные. Смотрите, такое ощущение, как будто вот реальная волна такая интересная. Так, ну вот, еще. Мне кто-то написал, я смотрю туда. Вот такая тоже очень интересная. Это рисовала, значит, здесь вот как. Шала Флауэр. Так, кто у нас? Она пошла. Вот это вот. Огромная такая. Вот ее подпись. Очень красивая, большая прям картина. Такая. Это тоже вот ее картина. Очень мне понравилась она тоже, прям огромные картины такие. Это у нас Жаклина рисовала, это подруга Ирины. Вот, видите, тоже красиво. Вот такая. Вот эти вот мне очень понравились, прям она цвета так сделала. Ну, она, наверное, давно рисует, никак я-то... Вот я и удивляюсь, говорю, как она сделала, хочется потрогать. Это у нее абстракция. Интересная тоже, надо попробовать такое сделать. Так, вот такая вот работа у нее. Морская тема. Так, ну и это Ирина. Это моя Ирина. Смотрите, как красиво. Я уже показывала. Так, это работа уже Ирины. Записывала, сорвала. Сейчас соединю. Вот. Видите? Это Бахрейн. Смотрите, как красиво. Просто интересно так. Большое такое. Когда вот большое, да, смотрите, как красиво смотрится. И это вот большой размер. Видите? Бахрейн. Один у нее закат, по-моему, один рассвет. А, да, одна картина закат, одна рассвет. Вот. Размеры не знаю, там снизу надо нагинаться. И вот такая сирень интересная тоже. Мне очень нравятся ее работы, прям вообще. Я люблю ее работы. Смотрите, как классно. Так, ну и дошли до моих работ. Вот такие вот. Это я выставила лошадь свою. Вот, если кто помнит, я ее делала. Видите, вот получилась у меня лошадь. Это я крутила на спиннере. Вот он, спиннер. И мои листики, которые я вам показывала, как можно сделать. Вот, видите. Я все-таки решила их взять. Вот, смотрится, все подходят, смотрят, трогают. Дальше что у меня тут? Ну, мои маки. Визитная карточка первая. Я нарисовала их губкой. Еще спрашивала на Инстаграме, можно это ставить на выставку. Все написали да. Ну, вот они, мои маки на выставке. Вот, тоже понравились этому Аббасу. Вчера он подходил и тоже... Я хочу, чтобы ты такие, говорит, нарисовала. Говорю, хорошо, нарисую. Но я еще потом видео, когда сниму, я уже более подробно расскажу, потому что здесь шумно. Это вот у меня триптих, который... Триптих, да. А, ну вот я две только выложила и написала, что если кто-то захочет, еще одна есть. И вот такая вот моя эпоксидка. Эпоксидкам всем нравится, конечно. Вот. Это у нас это акварель, по-моему, очень красиво нарисованный. Да, watercolor paper. Это акварель. Прям красиво нарисовала.
это вот Бахрейн. Так, ну а это у нас, по-моему, фотографии. Да, фотографии. Это у нас Клаудия Ришард. Ричард. В общем, английские имена для меня сложность. Для меня вообще все сложность стало сейчас. Все трудно, все сложно говорить, короче. Я уже путаю все. Постарела, наверное. Вот, видите, она продает их за 50 динар. Вот, красиво. Вот такая выставка. Вот. Это наша Ирина. Ирина, привет на YouTube. Привет. Спасибо большое, огромное. Это вот Ирина, которая помогла сюда на выставку. Меня в человека, как говорится, превратила. Я пришла сюда, первая выставка. Ну да, ты прямо уж так расскажешь, ну, человека превратила. Ну, потому что я все равно боялась, все никак не могла. Это, никак не хотела идти. Ирина, скажи что-нибудь. Ну, всем привет. Всем привет. От нас. У нас здесь выставка по окружающей среде и местного туризма. Вот, видишь, вот, Ирина лучше расскажет. Это местный туризм, экотуризм и окружающая среда. Но так как Бахрейн, он маленький, он находится, это самое маленькое арабское государство, островное государство на 36 островах, вроде как, когда-то было на 32, но они их увеличивают количество. Здесь не такая богатая растительность. Ну и не такой уж развитый туризм, если честно. Вот они пытаются продвинуть. Пытаются продвинуть, да. Вот, спасибо большое. Благодаря Ирине я сегодня здесь. Вот, я на самом деле уже даже слов нет. И благодарность, одна благодарность. Ира, спасибо, это правда. Вот. Вот такая выставка. Спасибо большое. И персональная тебе выставка. И обязательно Ирина поможет и будет персональная. Вот сейчас я тут. Я тут немножко по это. Похитрю. Вот так. Ладно, ну все. Вот такая выставка. В общем, вот я вам все показала. Где наш организатор выставки? Hello. Hello. Это организатор выставки, которая провела выставку. You can speak English a little, just. Yeah, I will just... Okay, okay. She's writing, no problem. This is okay. This is for my channel. I will just do it anyway. I'm writing something for tomorrow. Okay. Окей, вот она, организатор выставки. И это все благодаря ей. Thank you too much. I want to say for everything. Thank you, thank you, thank you. Она у нас крутая, она занятая, в общем. Все. Вот так.